Установка Windows 10 на старый компьютер. Часть вторая. 10, 10, 10. Windows 10. Приветствую, дорогие зрители! Сегодня с вами EasySmart, и в этом видео мы рассмотрим установка нашей операционной системы. Нашей операционной системы Windows 10. Мы будем ставить именно десятку на это старое барахло. На этот старый компьютер, на этот старый системный блок мы будем ставить нашу десятку с нашего диска. Потому что с флешки он не установится, с флешки он даже не загрузится. Это ведь древнее корыто. Это уже вторая часть этого видео. И мы попробуем установить его на старый компьютер. Вот у нас Windows 10, как 32-битная, так и 64-битная. В одной стороне диска 32-битная, а на другой 64-битную. Я бы хотел бы поставить 64-битную на этот старый компьютер. Здесь 512 мегабайт оперативной памяти. Это материнская плата Foxconn PT880 Pro A7. Именно эта материнская плата. И у него видеокарта NVIDIA GeForce FX5200. Именно эта видеокарта у него. На шине AGP. Шина AGP. Представьте, видеокарта. Старая видеокарта на шине AGP. Старый процессор. Одноядерный процессор на 775 сокете. LGA775. У него жесткий диск на IDE разъеме. То есть на IDE разъеме кабеля подключен жесткий диск. Старый жесткий диск на 40 гигабайтов. Именно этот жесткий диск. У него дисковод. Дисковод на SATA разъеме, чтобы быстрее было установить нашу именно операционную систему. Мы подключим его на SATA разъем на нашу материнскую плату. Вот я его подключил. И теперь мы сейчас попробуем на это старое железо развернуть Windows 10. Как у нас получится? Сколько он будет устанавливать? Я даже сам не знаю, друзья. Как же интересно узнать, как установить на старый хлам современную операционную систему. Приступаем к включению нашего компьютера. Компьютер запустился. Видеокарта, почему? Ну, крутись! Что с тобой, видеокарта? Чё, почему ты не крутишься? Не до конца вставлен разъем? Надо будет исправить это. Черт возьми! Да, ё-моё! Повторно включаем наш системный блок. Наша видеокарта не была вставлена до конца в слот, поэтому, скорее всего, у нас не запускалась. Открываем наш дисковод. Теперь давайте вставим наш Windows. Вот наш Windows. Выбираем Windows 10, Windows 10 X64. Вот у меня X64 надпись, значит 64-разрядная система мы будем ставить. Подключили наш диск. Это у нас Phoenix BIOS. Phoenix Award BIOS. Нам нужно нажать клавишу F1 для продолжения или Delete для входа в BIOS. Давайте войдем в BIOS. Вот наш такой старый BIOS, довольно старый. IDE-шный он видит наш жесткий диск. Флоппи давайте откручим, чтобы быстрее установка была. Это обязательный параметр, нужно его обязательно выключить. Теперь переходим назад, Advanced BIOS. Теперь выбираем bootsec и floppy setup. Здесь выбираем первый в приоритете CD-ROM, второй hard disk. Жесткий диск, то есть. Теперь выходим назад, сохраняем все эти настройки и перезагружаем здесь. Save, Y, Enter. И после всего этого у нас должна произойти запуск с нашего диска. Ждем. Так, логотип Biostar. Press Tab Key Info Windows. Ну? Нет, не грузится. Почему-то с дисковода не грузится. В чем дело? Я подключил IDE дисковод, потому что SATA дисковод отказался грузиться. То есть SATA дисковод никак не грузился, я ничего не мог сделать. А теперь я, подключив IDE дисковод, надеюсь, сейчас все запустится, нажимаем Enter, и у нас должна начаться установка.
вот у нас Windows 10 запускается. Вот, видите, вот IDE-шный, вот IDE. Вот IDE на жесткий диск и IDE на наш дисковод, который я нашел. Один IDE дисковод вообще не открывался, этот лоток. А здесь второй дисковод все же открылся, и я на него подключил этот диск. Сейчас у нас запускается Windows 10. Насколько долго он будет запускаться, я не знаю, но сейчас он висит, он уже должен загружаться, что-то выполняться здесь. Но почему-то он долго запускается, ну очень долго, 64-разрядная система. Что мне делать, придется только ждать. 64-разрядная операционная система вообще не грузится, друзья, он на таком логотипе висит. То есть Windows 10 у нас почему-то не грузится. В чем дело, почему ты не грузишься? А комп прям разрывается, не может ничего сделать. Давайте вытащим наш дисковод. Сразу вышла ошибка. Давайте переставим на 32-битное. С другой стороны у нас 32-битная система. Надеюсь, хоть 32-битная Windows 10 загрузится. Давайте это испытаем. Ах, друзья, у нас здесь круг крутится. А значит, Windows 10 32-битная как-то грузится. Как я рад, что хоть 32-битная система запустится. Сейчас будет установка, надеюсь, он не будет таким долгим, этот круг. Ждем первого запуска. Вау, друзья, давай, только загрузись. Только бы ты загрузился. Ё-моё. Windows. Нажимаем далее. Установить. Ждем какое-то время. Начало установки. Ёпала мама. Ёкарани-бабай. Как так, а? Все-таки 32-битная с диска грузится. А может быть и 64-разрядная был диск запортачен был, может быть. Хотя нет, я всегда с него грузился. Но 64-битная никак не грузится. 32-битная как-то что-то загружается. Ладно, начало установки тоже будет долгим, наверное. Придется немножко отдохнуть. Потому что начало установки он всегда долгий. Вот так будет крутиться, а дальше не знаю. Ах, этот Windows установка. Как же я запарился. Ай. Наверное, немножко полежим. А, нет, нет, принимаю условия лицензионного соглашения. Да, я приму лицензионное соглашение. Далее, галочку ставим, я принимаю. Нажимаем далее, выборочная только установка. Удалим все разделы, давайте. Удалить том, удалить. 40 гигабайт будет полностью использоваться для Windows 10, потому что здесь 40 гигабайт всего лишь. На Windows это мало даже, хотя нет. Вполне сгодится для 32-битной системы. Нажимаем далее. И сейчас он долгое время подумает. И происходит копирование файлов на IDE. На IDE жесткий диск сейчас будет копироваться. Эти два шлифа подключены на IDE жесткий диск и IDE дисковод. Происходит копирование файлов, подготовка файлов для установки. Не знаю, сколько это продлится. Это будет очень долго длиться, потому что ну очень долго. А что остается делать? Нам остается только ждать. Вот у нас происходит считывание с нашего диска. Но индикации никакой здесь нету. Странно. Ладно. Долго будет подготовка. Не буду это время ждать. Пойду немножко отдохну. Ай, блин, а. Ай, ё-моё, как же долго установка. Ой, ё-моё, он так шумит, что не даст спать мне, наверное, этот старый комп. Как он громко шумит. Дай поспать. Я так сильно хочу спать. Что с тобой? Хочется сломать этот компьютер. Он слишком сильно шумит. Закрыть надо уши. Уши закрыть надо. Ай, вот так вот, о да. Ну что ж ты так шумишь? Что ж ты так шумишь, а? Не шуми. Фредди Крюгер, не убивай меня.
Эх, друзья, друзья, у нас ошибка на 13% именно возникла такая ошибка. Windows не удается установить необходимые файлы, возможно, файл поврежден или отсутствует. Убедитесь, что имеются все файлы, необходимые для установки, и перезапустите установку. Код ошибки, и вот этот самый код ошибки. Эта ошибка связана, возможно, с тем, что проблема с нашим диском. Возможно, диск запортачен, и он не хочет устанавливаться. Возможно, проблема с самим дисководом, то есть с этим дисководом, который у нас присутствует, IDE дисководом. Да, диск довольно-таки закоцан. Ну, не знаю. Придется, скорее всего, сменить и диск, и дисковод сменить придется. А также диск, я сейчас чистый диск нашел. Вот у меня чистый диск. Сейчас на него нарежу Windows 10 X32, то есть 32-битную систему X86. И попробуем заменить этот дисковод. И заменим этот диск. Поставим чистый диск. Установим на него. Придется нарезать на болванку повторно. И еще использовать по-новому. Ну, просто очень долго висел на 13%. И вот эту ошибку сейчас выбрасывает. Эх уж эти старые компы. Эх уж эти IDE дисководы. Что с вами не так? Очень долго ты устанавливаешься. Как же долго записывает на этот самый диск, этот Windows 10, 32-битную. Как же долго через Nero я его записываю. Происходит проверка. Я записал на другой диск. Вот у нас Windows 10, 32-битная система. На другой чистый диск. И теперь попробуем повторно записать. Я поменял дисковод. Дисковод CD-ROM. Надеюсь, в этот раз наша операционная система запустится, потому что так сильно жажду установить Windows 10 на старый компьютер. Получится ли нам его установить? Ведь так сильно интересно поставить эту операционную систему. Ну что ж, приступим к нашей установке. Включаем наш компьютер. Теперь нам нужно диск вставить в наш дисковод. Откройся. 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 О, закройся. Нет. Что с тобой? Что с тобой, ё-моё? Дисковод дебильный оказался еще дебильнее. Ну, еще. О, закройся теперь. Наш компьютер включается, логотип BioStar, и теперь первый запуск. Вот наш CD-ROM. Должна произойти загрузка CD, потому что диск чистый, оригинальный диск. Не ширпотреб какой-то, дорогой диск. И на этот дорогой диск я медленной скоростью записывал Windows 10, чтобы без никаких ошибок записался наш Windows. Поэтому он должен считать его, и должно запуск произойти успешно. И этот дисковод другой, надеюсь, он заработает. Вот у нас логотип Windows 10. Теперь ждем запуска нашей операционной системы Windows 10. Прошло 10 минут, и через 10 минут только запустился этот кругляшочек. Как же долго я жду. Ладно, надеюсь, у меня терпения хватит до того, как я установлю операционную систему. Надеюсь, терпения просто хватит, потому что это я ждал только что 10 минут. 10 минут запуска ждал. Теперь у нас должно запуститься первый запуск быть. И вот у нас Windows. Теперь нажимаем далее. Установить. Начало установки. Это тоже, наверное, будем ждать минут 5, наверное, от силы. Точно будем 5 минут ждать, поэтому отключаюсь. Теперь нажимаем «Я принимаю условия лицензии». Далее выборочена только установка. Давайте удалим все тома, потому что установка не прошла успешно предыдущая. Удалить том. И давайте поставим его в режиме GPT. Шучу. GPT мы его не сможем уже поставить. Нажимаем далее. И у нас происходит копирование файлов. Ну давай, копирование файлов. Вот у нас происходит копирование файлов. Это будет, ну, очень долго.
как же долго будет это устраиваться? Поэтому... Ай, долго копирование будет, придется немножко отдохнуть, полдня поспать можно даже, в принципе. Ничего не случится. Ну, долго-долго, блин, как долго, как же долго. Происходит установка обновления и уже завершение установки. Наконец-то все файлы скопировали с нашего диска, потому что очень долго копировалось. Ой, я здесь нажму перезагрузку, лучше я нажму. Я подумал, что я так же долго жду, что мне перезагрузку нажать, для меня это просто счастье. Пусть перезагружается. Я уже не лентяй, я точно буду нажимать кнопки те, что чтобы быстрее прошло все это. Он же так долго ставился, так долго копировал. Вот что значит древнее железо, вообще долго копирует, ну очень долго. Это вообще полдня можно устанавливать одну операционку. Так, CD-ROM он не должен уже грузиться, он должен уже с харда грузиться. Здесь ничего не трогаем, мы от греха подальше, не трогай, не трогайте. Вы ждите, никакие кнопки не надо нажимать. Сейчас он должен произойти загрузка жесткого диска. Логотип Windows 10. В этот раз, надеюсь, ты загрузишься быстрее. Вот у нас кругляшок крутится, а значит все грузится. Ждем, дальше ждем окончания. Что у нас дальше покажет, потому что мы так долго жаждем установить этот Windows 10. Идет подготовка устройств. Теперь у нас должна произойти еще одна, идет подготовка, и проценты должны еще бежать у нас. Это тоже очень будет долго все это идти. Как же ужасно долго эта подготовка идет. Очень долго. Произошла перезагрузка компьютера. Повторный запуск. Запуск нашей операционной системы. Перезагрузка 5 минут шло, друзья. Вот так вот. Что я не знаю с этой материнкой, что с ним. Что установка настолько долгая, что это просто не счесть. Не счесть никак. Так, теперь у нас boot from SD. Здесь ничего не трогаем, просто ждем, пока запустится с нашего жесткого диска. Вот. Press any key to boot from SD on or DVD. Здесь ничего тоже не нажимаем. Теперь будем ждать первого запуска нашей Windows 10. Логотип Windows 10. Windows 10. Ой, ё-моё. Ой, я бы уснул, что ли я. Однако. Я посплю, наверное. Это очень долго. Это очень долго. О, господи, мы наконец-то добрались до этого пункта. Это просто шикарно, друзья. Я просто не знаю, что делать. Давайте нажмем «Используй стандартный параметр». Я уже ничего не буду делать. Настраивать не буду. Буду просто нажимать, чтобы до рабочего стола добраться. Здесь уже «Подождите» пишет. Этот «Подождите» будет, но долго будет. Буду придется ждать еще долго. Ой. Создать учетную запись для данного компьютера. Учетную запись нам нужно придумать. Давайте придумаем учетную запись. Бомж будет это у нас. Бомж компьютер. Нажимаем далее. Ждем опять какое-то время. Подождите. Ну сколько ждать? Этот кругляшок вообще лагает жестко. Значит, все хреново у нас с этим компом. Он вообще реально не тащит ничего. Все, подождите. Подожди. Ладно, буду ждать. Что делать? О, давай. Привет, да? Надпись должна быть «Привет». Привет. Ну да, привет. Мы рады, что вы с нами. Я рад, что с тобой. Я рад и с тобой, что рад с тобой. Дальше. Ну давай дальше.
черный экран. Ну дальше. Идет подготовка. Не выключайте компьютер. Да, я не буду выключать. Сколько я жду, ведь как я буду выключать комп? Почему? Ладно, ладно. Пусть он ставит еще. Придется лучше отдохнуть, потому что я не могу уже сидеть возле компьютера. Ай, подготовка это долгая. Как же долго это все. Ужас, как долго. Это просто жесть, десятку ставит на старый комп. Столько нервов ушло, друзья. Никогда не ставьте на старый компьютер Windows 10, потому что вы охренеете, как это тяжело. Это просто жесть, как тяжело. Это просто... Я так устал, хоть силы наберусь. Немножко посплю. Ой, ё-моё, ещё ставится, да? Жесть, как долго. Ладно, ладно, ладно. Идём. Идем. Выполняется подготовка всех приложений. Не отключайте свой компьютер. Скоро все будет готово. Не отключайте свой компьютер. Скоро уже, скоро, друзья, все будет скоро. Скоро все будет готово. Начинаем. Охренеть! Охренеть! Это все мы сделали, друзья. Десятка на этом древнегреческом компьютере. Мы его вывели. Вывели на этот комп. Ох, ёкарани бабай, вот это супер! А, да, это просто жесть, 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 жесть. Мы поставили Windows 10, давайте теперь запустим пуск. Ни хрена пуск лагает что ли? Пуск не запускается, ну давай, запустись, ё-моё, ещё раз. Офигеть, как медленно всё, жесть, как медленно, а теперь... Правый клавиш нажал? 10 часов жду, пока правый клавиш откроется. Персонализация. А если персонализация, перейдем. Ё-моё, 512 мегабайт оперативки. И в параметры зашел. И жду, вот так вот жду, сижу, жду, пока запустится. Очуметь ты, комп, ты реально крут, что так делаешь со мной. 10 часов установка и 10 часов открытия. Да, это просто жесть. Темы, посмотрим, какие темы есть. Тема у нас не активированная винда, поэтому не сможем ничего сделать. Перейдем правой клавишей, панель управления. Теперь панель управления 10 часов ждем, пока он запустится. Ну давай! Ну что ж ты так? Во! Перешли в панель управления. Здесь мелкие значки, да? Система и безопасность. Система. Посмотрим о нашей системе что-нибудь. Так, что у нас покажет? Windows 10, просто Windows 10, 32-битная система, код продукта. Это даже не Professional, что ли? Да, даже не Professional. Registered Trademark, просто Windows 10. Система не активированная. Это у нас Intel Celeron, CPU 266 ГГц. Они показывают, даже модель не знает какую. 512 мегабайт памяти, из них доступно 511 мегабайтов. 32-битная система. Посмотрим его свойства. То есть перейдем в диспетчер задач. Страшно зависает, невозможно работать. Лаги прям ужасные. Программы никаких нету, обновлений тоже никаких нету, скорее всего. Никаких программ нету и обновлений тоже, наверное, скорее всего, нету. Страшно лагает. Подробнее. Ё-моё. Да просто жесть, невозможно работать за ним. Охренеть, вообще ничего невозможно делать на нем. Параметры. Вот я подробнее делаю, ничего не показывает. А вот, производительность. Загрузка диска на 100%. Оперативная память используется 511 мегабайта.
464 мегабайта грузится. Он полностью забит, что ли, оперативка? Под завязку, оперативка под завязку забита. И память, и диск нагружен на... Центральный процессор нагружен на 55%. Вот загрузка центрального процессора использована 100%. Скачет 94%, вот так вот скачет. И диск на 58%. Но это и понятно. Обновлений никаких нету. И, как видим, десятка очень сильно лагает. На этом старом компе ничего не работает вообще. Но мы его все же запустили. Как видим, вот наш меню-пуск. Это просто сильные лаги. Вот таким образом Windows 10 устанавливается на старое железо. На древнегреческий компьютер. Мы поставили этот Windows 10. У нас все вышло, друзья. Это заняло уйма времени, но мы все же его поставили. Так что Windows 10 можно поставить на старый компьютер, если сильно захотеть. Если вы захотите, то вы сможете Windows 10 поставить на компьютер. На древний компьютер. На IDE дисковод и IDE жесткий диск. На нем просто все работает, но память под завязку забита. 512 мегабайт оперативной памяти. И все у нас установилось. Мы поставили Windows 10. Как же это все долго было. Но мы все же это сделали, друзья. Мы его установили. Windows 10. На этот старый компьютер. Как же все это четко у нас все работает. Подпишись, мой друг, на мой канал ты подпишись. И поставь ты мне лайк, если видео тебе понравилось.